Завтра в День Республики подведут итоги республиканского конкурса «Я женщина». На Красной площади пройдет торжественное награждение победителей. Ожидается, что в столицу приедут все 352 участницы. На протяжении всей деятельности я занимаюсь краеведением. Умение совмещать домашний быт с профессией и общественной работой – главное условие для участниц. Таких оказалось немало. Заявки поступили и от бизнес-вумен, и от сотрудниц социальной сферы, и от представительниц промышленности и аграрной отрасли. В каждом направлении определены победители в различных номинациях. Жизнь, и я уверена, что именно эти женщины так или иначе дальше будут способствовать развитию муниципалитетов, своих организаций, потому что они почувствуют вдохновение, оказавшись на сцене. Это будет... красивые женщины, это будет море аплодисментов, это будут интересные подарки, это будут, я думаю, что восторженные взгляды мужчин. Этот конкурс вызвал большой интерес у жителей Чувашии, отмечают организаторы. Больше 380 тысяч просмотров и 60 тысяч голосов. Награждение победителей можно будет увидеть в прямом эфире на нашем телеканале 24 июня в 4 часа дня. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.